прошлой серии. Уничтожить всех. Так точно будет сделано. Ребята, это жесткая игра кальмаров. Никогда не играйте в нее, ни при каких обстоятельствах, прошу вас, ни за что. Наши правила могут меняться, когда мы захотим. Да ну вас! Нет! Ребят, всем привет! Я только что сбежал с игры кальмара! Там такие дурацкие правила! Теперь мне надо найти Ангелину! А ну стоять! О нет! Красные чуханы! Чё вам надо от меня? Раймик, тебе некуда бежать! Ты должен вернуться обратно в игру! Стой! Никуда не убегай! Нет! Нет! Не трогайте меня! Пора обратно в игру! Нет, нет, что, не надо! Ребят, всем привет! С вами Ангелина! Вы случайно здесь не видели моего папу? Кто это? Ангелина, привет! Ты ищешь своего папу? Я знаю, где он! Да, я его ищу! Где он? Пошли со мной, я тебе покажу! Нет, папа мне сказал, с чужим дядей мне никуда нельзя ходить! Да ладно тебе, Ангелина! Смотри! Нет! Нет! Что это? Где я опять? Раймик, поздравляем! Ты снова участвуешь в нашей игре кальмара! Ребят, ну чё за бред? Я уже выиграл эту игру! Чё я здесь делаю? Ну нам скучно без тебя, папа Раймик! Сейчас еще твоя дочь появится, будете вместе играть, будет вам весело. Моя дочь Ангелина, не впутывайте ее в эту игру! Я один буду в нее играть без нее, ее не трогайте! Наша игра, наши правила. Все равно я не буду в нее играть! Ну ладно, ладно. Из-за того, что ты выиграл в прошлый раз, якобы выиграл, мы даем тебе крутой шанс. Ты можешь на игру позвать кого угодно! Давай, зови сюда! Мы всех пригласим! Интересно, но мне надо подумать. Дайте-ка мне минутку. Кстати, ребята, кого мы позовем на эту игру? Как вы думаете? Может, Горка-пожиратель? Томаса Иксе? Сиреноголового? Кого же еще нам позвать? Соника Иксе? Кого-нибудь еще? Ладно, пишите в комментариях, кого бы хотели бы увидеть на этой арене. Да? И... Ладно. Все, я придумал! Ну давай, валяй. Будем всех вызывать. Интересно, как они всех соберут. Ладно, мне нужен... Сиреноголовый! Томас Эксе! Соник Эксе! Горка-пожиратель! Ну и пока хватит на этом. Так может быть еще и Грэнни и Картун Кэта тебе позвать? А че бы и нет? Хорошая идея, давайте! Не, Грэнни не надо, бабушка пусть сидит дома, она старенькая. Картун Кэта хватит. А? Это что было? Это же игра в кальмаров, ты же знаешь эту игру. Я не хочу в ней играть. А ты думаешь, я хочу? У меня нет выбора, и у тебя тоже. Так, всем в строй, хватит болтать.
По местам! Скоро игра начинается! Пап, а ты где взял такой крутой костюм? Да этот крутой костюм? Не знаю, эти его напялили мне. Я даже снять его не могу. А теперь долгожданные гости! Сиреноголовый сюда! Томас Эксе! Соник Эксе! Горка-пожиратель! И Картун Кэт! Горка-пожиратель! Томас Эксе! Томас Эксе! Да, Ангелин, это я попросил всех созвать сюда. Круто! Если они поиграют, мы навсегда избавимся от них! Конечно, круто! Хотя... Тут есть Соник Эксе! Он такой быстрый! Блин, что Зоя надела? Зачем я его позвал? Хватит разговаривать, игра начинается! А? Это что, где я оказался? А, Томас! Welcome в нашу игру кальмаров! Всем молчать! Правила игры просты! Зеленый свет, идем вперед! Красный свет, стоим и не движемся, даже не дышим! Кто будет двигаться, будет убит на месте! Понятно всем? Да, да, понятно. Давай начнем игру. Да без проблем. Я точно победил всех. И давай начинаем игру. Да я самый быстрый, сейчас я выиграю всех. Да я самый высокий, я высоко прыгаю. Как прыгну сразу за красную линию. Хватит спорить, сейчас игра начнется, посмотрим, кто круче. А ну молчи, побарайник. Не с тобой разговаривают. Ага, не со мной они разговаривают. Игра начинается. Отчет пошел. Ангелина, ты готова? Да. Мы должны выиграть. Когда красный свет, тогда стой, не дыши. Вообще никаких движений не делай. Ты поняла меня? Да. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. Да, я это сделал, как и говорил. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. Зеленый свет. Раз, два, три. Ангелина, мы почти его финиша побежали. Красный свет. Упс. А пукать-то можно? Надеюсь, что можно. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. Мы это сделали! Мы это снова сделали! Да! Да! Ангелин, ты молодец! Мы это сделали! Да! Ну что, пап, тебе можно ехать домой? Ха, вы молодцы! Ну вы рано радуетесь! Это еще не конец! Игра продолжается! Мне все надоело! Я хочу домой! Домой еще рановато! Поехали в следующий раунд! Надоело! Где Ангелина? Что вы с ней сделали, а? Пожалуйста, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы первым узнать, когда выйдет новая серия.